Нам надходят. Кто за? Добре, це рішення. Ми просто викладемо і направимо до уряду, до наших керівників, які кажуть зненацька, що ми на все погодимося, бо немає іншого вибору. То що ми погодимося? Вибачте, продати землю. Так а яка різниця, хто за зброєю вдерся на нашу землю, чи хто з грошима вдерся і теж її забирав? Це не порядок. Це те ж саме. Тому я маю вас всіх закликати, друзі. Всі питання, що вас турбують. Давайте виходити. Давайте їх обговорювати. І давайте ставити це на від нашої владі. Бо інше, ми вибор зробимо швидко цієї нової банді, якщо вона буде нічого не відрізнятися. Так, 6 марта 2014 год, Харків, площадь Свободи. Возле памятника Шевченка, в метрах 200 отсюда, идет Евромайдан. Так, обладминистрация, я так понимаю, под контролем властей. Да, но что меня здесь удивило, сюрприз какой ожидал, так это что куда-то делся антимайдан. Ну, по крайней мере, все такие не вижу. Какие-то люди стоят, наверное, это дружина и есть. Сейчас посмотрим. Сейчас где-то 18:20 по Киеву. Так, это у нас 6 марта 2014 год. И, как я вижу, убрали. Убрали заграждение. Алексей Лукьянов не пошел русскому посольству, чтобы провокаторы, которые туда это вот устроили там очень выдержал и следил за этим. То есть вот такая была его роль. Поэтому это надо четко понимать и отделять. Значит, мы с Алексеем Лукьяновым являемся координаторами движения «Русский Восток», которая сейчас, собственно говоря, собирается силой и будет, собственно, двигаться к нашей общей победе. Поэтому, значит, еще если есть какие-то вопросы, я готов ответить. А так я бы предложил уже перемещаться ближе к облсовету и там высказать нашу Моя конечная цель и цель нашего протестного движения реализовать 5-ю статью Конституции Украины. Это взять народу власть в свои руки. Вот, собственно, и все. Людей получается брата на брата. Флагов никаких нету. По поводу того, стоит ли задача брать ответственное здание или брать какое-то другое здание или что-то еще. Значит, чтобы вы понимали, взятие здания само по себе задачу не решает. Решает другие вещи, решает рычаги связи и рычаги управления. Значит, поэтому мы будем действовать, исходя из ситуации. Значит, чтобы пролилась кровь невинных людей, этого никто совершенно не хочет. Я думаю, из присутствующих здесь тем более. Значит, милиционеры, которые вот там сейчас стоят, да, значит, это наши с вами сограждане, мы это должны понимать. Они сейчас волею судеб оказались на стороне нашего врага, то есть наших тех олигархов, да, которые захватили сейчас власть с помощью фашистов.
Ну, я думаю, что все это прекрасно понимают, да или нет? Да. Хорошо. Значит, таким образом, нам нужно сделать все, чтобы наш протест и наши действия были максимально в рамках действующего законодательства. Что, ни о каком сепаратизме речь не идет. Речь идет об автономии Харьковской области в связи с тем, что власть сегодня в Украине нелегитимна, та, которая сидит в Киеве. Это совершенно верно. То есть она захвачена насильственным путем, и, собственно, так это все и выглядит, как оно выглядит. Поэтому. Ну, бандиты, как бы, но они, по крайней мере, как-то соблюдали закон, да, эти бандиты? Вот, тихо. Не будем сейчас спорить про бандиты, не бандиты, да, значит, ну, и суды, ничего, они привели, по сути. Ну, что произошло? Режим Януковича мягко привел к власти фашистскую. То есть это была подстилка просто. И они как-то вот по мягкой ковровой дороге пришли. Я считаю, что Беркуту надо память. Так, это кому-то цветы. Все согласны с этим? Беркут — это герой. Это герои нашего времени, которые своими делами встали на пути фашизма. Вижу георгиевская ленточка. Сегодня малолюдно. Вчера, говорят, здесь было возле обл.администрации, ну, по словам организаторов этой акции, 3 тысячи народу собралось. Именно, я не знаю, как назвать, а? Пророссийский, антимайдан, за федерализацию. Ну, в общем, не Евромайдан. А сегодня, конечно, пожиже. Марта, 14-й год, Харьков. Так, что у нас? А, вон там у нас за федерализацию, я так понимаю, за то, чтобы Харьковская область отдельно развивалась. В общем, тут обстановка совершенно спокойная. Обычно городская. Так, что там, я уже ходил. Здесь пройду для смены обстановки.
Так. 6 марта, что у нас сегодня? У нас сегодня такое замечательное событие произошло, как заявление крымского парламента, не парламента, что там сейчас, непонятно что, о референдуме про отделение Крыма от Украины и присоединение его к России. Второй вопрос в анкете референдума. Это хотите ли вы вернуть Конституцию Крыма 92-го, по-моему, года, где было гораздо больше полномочий у автономии у Крыма. Да. В общем, войска российские из Крыма не уходят, хотя там Путин. До сих пор шлангом прикидывается, я не я, хата не моя, это мирные самообороновцы. Просто надывали где-то кораблей, затопили в бухте, дабы преградить выход кораблей украинского флота военного, да и гражданского, в принципе. Траншеи уже там, говорят, вокруг блокированных украинских частей копают траншеи. Ну, в общем, самообороняются по полной. Невнятные войска. Ни грамма не русские, ни грамма не российские, ни грамма не путинская, господи. Что там? Будем говорить, это, я считаю, операция персонально, в принципе, персонально Путина. Амбиции, желания, стремления, конечно, для России это, ну, при любом исходе оттяпают они Крым, не оттяпают. Гибельная совершенно ситуация. Просто я просто потрясен. О, оде все недальновидности. Недальновидностью. Путина, в каком мире он живет? Я читаю, конечно, там по интернету люди, россияне, просто в каком-то представление об Украине как о государстве, которого, в общем-то, и нет. То есть, да ну зашли, что там, подумаешь. Кто там что сделал? А я как раз думаю, что очень даже сделают. Да что бы не сделали, блин, если этот недомерок станет причиной войны между русскими и украинцами, это... Я не знаю просто, это... Нету слов, нету цензурных слов. Разговор о том, что мы братский народ, верный признак аншлюса. Вот товарищ Путин решил покозырять. Это додуматься, 21 век на дворе. Просто взял, зашел, пришел, увидел, победил. Ну,
караул. Все разбежались, разошлись. Куда все пошли? Где весь народ? Извините, а вы не подскажете, люди здесь были, куда все ушли? Тут огромное количество народа. Да, на видео. Ну, наверное, на YouTube выложу. Пошли к сковороде. К сковороде. А, вот сюда падает фонтанчик, да? А, спасибо. То есть они сюда возвращаться будут? Я не знаю. Хорошо, спасибо. Так, ну ладно, это... Ладно, сейчас пойдем к сковороде. Шестое марта, 14-й год, Харьков. Путин капута-то сильно. Ни слава, ни воля.
навіть не буде нас боронити, тому ми переходимо, які переходять там проїжджу часть, ведемо себе акуратно. І скажемо нашій міліції, в частності за вчорашнє, дякуємо! 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 На все добре! До неділі! 6 марта, 2014 рік.